Наталья Комарова сегодня находится в рабочей поездке по муниципалитетам. Губернатор Югры посещает Пытьях, Нефтеюганский район и Нефтеюганск. Какие мероприятия запланированы в графике главы региона, расскажет наш корреспондент Ольга Придоха, которая вышла на связь со студией. Ольга, добрый день. Добрый день, студия в прямой эфир. Мы сегодня выходим из Пытьяха, где свой рабочий день начинает и губернатор Югры Наталья Комарова. Первым делом глава региона посетила водоочистные сооружения, которые были открыты в конце декабря прошлого года. Общая стоимость этого объекта более 900 миллионов рублей. Большую часть средств выделили правительство региона. Станция водоочистки позволяет очищать воду в три этапа. Сначала кислородом, потом угольными фильтрами. Таким образом, жители Пытьяха теперь могут пить воду прямо из-под кранов и забыть о фильтрах. Кроме этого, глава региона также посетила сегодня семью участника специальной военной операции, которой правительство региона помогли улучшить жилищные условия. Также Наталья Комарова встретилась и с Евгением Касимовым, жителю Пытьяха. Всего 10 лет, но он уже точно знает, что хочет быть артистом. Он стал участником акции «Елка желаний». Сегодня Наталья Комарова поздравила его лично. Добавлю также, что губернатор сегодня ездит по Нефтеюганскому району. После Пытьяха она отправилась в сельское поселение Каркатеевы, где проверит ход строительства газопровода отвода на 47,5 километров для того, чтобы жители сельского поселения могли рассчитывать на газификацию. Также сегодня Наталья Комарова отправится в Нефтеюганск, где в рамках года сплочения встретится с представителями крупных градообразующих предприятий региона. Обо всем подробнее расскажем в предстоящих новостях. Пока на этом у меня вся информация. Студия. Спасибо, Ольга. Мы продолжим следить за развитием событий и к другим новостям.